Все плохо, я знаю. Извини, я разрываю то, что дорого тебе. Но... Я бы тоже хотела. Позора. Это позора. Ты прям можешь остановиться. Ага. Это гениальная песня. Она готова. Думаю, может пойти этому... Да. Да, и вот, думаю, пойти этому... Пойти этого кадра. Думаю, пойти этого кадра. Вообще какая-то хуйня. Давай еще раз. Все, последний раз и все. Давай, ты не рожаешь эту фразу. Ты сейчас говоришь. Скандал. Текст, который тебе известен. Ты скажи, да, конечно. Конечно, у них там полкласса с ним шашки крутил. Конечно, у них там полкласса с ним шашки крутил. Скандал. Бурное обсуждение. Бурное осуждение. Расстроилась, что когда-то... Чтобы тот его комп хакнул. Сука, никогда не скажу. Комп хакнул, все. Сука! Все, оставил, давай дальше. Качество, конечно, дерьмовенькое. Здесь просто, вот, в его аккаунте. Ну и, короче, выложил все это прямо в его аккаунте. Похоже на то. Я вижу. Да. Последняя страница. Ну, мы потом, слава богу, пронумеровано у тебя все. Правда, для меня было ощущение... Что Цветков меня убьет. Так, нет, дай скажу, ну что ты, правда для меня была измена жены, да? Правда для меня была измена жены? Правда для меня тогда была, или как? Да ладно. Ну скажи, дай скажу, ну что ты? Ну что ты так сдаешься, ну, просто? Скажу, что тут скажешь? Тут же важно целиком они. Так давай целиком скажу, да. Давай скажу. Ну, а что? Ты мне правда для меня была тут... Держи, держи, знаешь, когда палец дуракам показывают. Депрессия? Давай. Это хорошо. Хотя бы последнюю фразу дай.